Всем привет! Наконец-то 1 января 2021 года, 20-й позади, и это означает... Это ничего не означает, ладно. Надеемся, что 21 год будет в 1000 миллион раз лучше 20-го, потому что, я думаю, для каждого это был вообще непростой год. И та-дам! Добро пожаловать всех с Новым годом! 6 вечера, наконец-то я привела себя в порядок. Поедем кататься сегодня на коньках. Каспа Мультимол, открылось крутое место, где можно покататься под крутую музыку, с льдом, в котором встроены светодиоды. В общем, это очень будет зрелищно, классно, очень эффектно выглядело, так что, думаю, стоит обязательно туда поехать и посмотреть, что там вообще происходит. Так что мы уже выбегаем. Нипочка, пушинка моя вкусная, любимая, волосатая, не скучай, мы скоро будем. Пока-пока, мой любимый. Красотки, да? Как всегда, два опоздана. Всегда долго собираемся. Всегда. Тут два? Потому что тоже я тебя иногда бывает жду. Иногда. Сейчас кто виновата? Мы девочки, и нас нельзя за такое ругать. 6:20 где-то, а на 7 сеансы, там еще, наверное, куча народу, очередь. Надеюсь, повезет. Мы деньги не взяли. Все, мне пока нечего сказать по этому поводу. Блогер или блогер? Блогер. Блогер — это кто блог снимает. Okay. А я что-то между... Среднее я. Между картошкой и морковкой. Я бы первый раз вижу. Рода, вы только на верблюдах катаетесь. Да. И все. Сюда иди! Сюда иди! Подожди, не оставляй меня одну, подожди. Кто тут живет? Ты тут живешь? Я тут живу. Да, ты с покажешь? Тобой? Нет, я живу в квартире с Мипо, а ты живешь в подвале. А твой парень бомж? Нет, а кто сказал, что ты мой парень? Ладно, я молчу. Холодно. Митик сказал, что ему холодно. Хочешь, я на тебя похекаю? Похекаешь? Похекаю на тебя. Надеюсь, там будет не так много людей. Хотя ладно, кого я обманываю. У меня 1 января и вечер. Все повысыпались и вперед опять движковать. Движковать? Hang out. Это уху, понял? Вот мы наконец-то добрались. Сил уже нет. Мы опоздали, и теперь придется 1:30 еще гулять. Куда будем сидеть и отдыхать? Какие отдыхать?
Блин, очень классно выглядит. Сидела, это очень красиво. Да. Ждем, взяли капучино. Один пьет латте. Где сахар? В смысле, ты пьешь без сахара? Кто латте пьет без сахара? Странный человек. Вот это наше безудержное веселье. Кто-то задротит. Что ты смотришь? Эдити. А я вот считаю полоски на этом диване. Подарок мой где? Где мой подарок? Я у тебя... Думаете, я серьезно? Снимай, где мой подарок? Сейчас, мокрые, я считаю. Еще мокрые, еще давай. Теплые. Там еще. Будешь меня шнуровать? Хоть с ноги. Офигенная атмосфера, очень классно, светодиоды под льдом наверху, очень здорово, атмосферно. Тебе нравится? Очень. Your body's made.
проголодались, устали. Так что будем уже собираться ехать домой. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем пока!